Всем привет, с вами канал «Все для огорода». У меня сегодня мукбанг, то есть еда. Так, вот моя ложечка. Я сварил борщик из банки, баночный. Сейчас мы будем покушаем. Сейчас сметанку такую запустим. Брест-Литовск. Опа. Так. Сметанку. О. Будет повкуснее, помягче. Или можно в майонезику. Вот, варила я где-то минут его 40, наверное, борщ. А борщ у нас баночный. Да. Без бульона. Просто постный суп называется. Борщ постный. Так еще, что я сделал, еще отварил две котлетки. Жарить я не стал, потому что жареное не очень полезно. У кого там гастрит, там, а желательно котлетки лучше отварить. Я так и сделал. Налил воды, положил две котлетки и варил где-то минут 40. Я думаю, они проварились. Так, ну ладно, начнем кушать. Еда. А, ну-ка. Вкусно. Значит, как я делал? Где-то литра два воды. Картошки взял, порезал. Сюда в борщик. Потом хмель сунели положил. Пол чайной ложки соли. Ложка столовая сахара. Вот, ну, вкус такой приятный получился. И картошка хорошо сварилась. Может даже хмель сунели сверху посыпать. Вот сверху я, правда, сыпал его в этот, когда варил. О, запах такой этим укропчиком. Ну что, вкусно получилось. Первое полезное есть. Мне мама говорила, ты что это, надо, говорит, суп-то есть вместе с водой, а ты, а я говорю, а я солянку ем, а потом это, бульоном выпиваю. Подписывайтесь на мой канал, с моим каналом «Все для огорода». У меня уже скоро будет 500 роликов, я снимал за год. Еще, по-моему, роликов 100 там осталось, наверное, или меньше. До 500-то. Чем больше роликов, тем лучше. Народ лучше будет смотреть. Ролики должны быть не то, что зацикливаются. Там некоторые, допустим, кто-то вязание делает, вот они вяжут. У них так общий круг людей. Там кто вяжет? Рыбаки. Только рыбаки смотрят. Вот. А если видео разнообразное, можно показывать и как вяжет человек. Там, скажем, носки там и сейчас закрою форт, вот здесь открывал, чтобы это борщик немного остыл, а то все-таки дует холодно. Короче, ролики должны быть разнообразные, тогда народ прибудет, а когда что-то одно направление, то их бывает мало. Летом буду снимать о огороде. Купил два сорта помидор.
Ленинградка маленькая, она всего метр на 6, на 6 метров. Вот. Я посажу два сорта, что я купил в магазине, и один я посажу сорт, если, конечно, они взойдут. Я купил помидоры, пятерочки, испанские. Оттуда выдернул эти самые семена, посушил. И вот будем потом размачивать. Если они взойдут, то буду выращивать. Один мой подписчик говорил, он говорит, тоже я брал испанские эти помидоры, тоже выдергал оттуда семена. И мне, говорит, года 4 они росли. Они такие, говорит, высокие, их надо подвязывать. Они, говорит, 3 метра высотой. Представляете? Помидоры 3 метра. А то я в прошлом году купил в магазине Аби рассаду перца и помидоры. Ну что вы думаете? Перец с тонкой стенкой. И вот так там оставил, даже не стал рвать. Когда сам это сам я брал, как в магазине тоже пятерки брал перец, оттуда семена в это вытаскивал, сушил, и на третий день опять замачивал, и они впускали корни. И перц был много. А это понадеялся на эту рассаду. А от нее толку нет. Хорошие штуки. Наварит, если морковочка есть. А то я сажал морковку, тоже свеклу, ничего не выросло. Мелкая была, я так не стал даже рвать ее. Там остался, в земле. Вот эту ложку я купил в городе Ейск. Маме не нравится. Она говорит, худая какая-то. Здесь, видите, вырезы какие-то. Память осталась. Ну, практически поел. Сейчас вот так возьму. С хлебом, потому что я хлеб уже не ем, наверное, месяца два. Во-первых, он стал дороже, а потом его не стало, хлеба. Сейчас хлеб продают, его нарежут на кусочки, и он стоит дороже. А такого нету хлеба практически. Надо видеоролик снять. Постоянно хожу в эту пятерку одну. Никогда хлеба не бывает. Потом эти шкафы там убрали. Теперь закажу сумками. Что я накупил на рынке. Вешаю на эту, на телегу. Иду, докупаю, что там в пятерке есть. Нам будет почаще суп варить. А то сухомятка. Она плохая. Надо супчик поел и все. Пусть пускай будет постный. Не на мясном бульоне. Еще две банки осталось большая. Ну такого консервированного. Надо будет еще баночки две купить.
съел. Теперь котлетки. Сейчас едим. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик. Так. Гарнир я никакой не сварил, надо в рису был сварить. Ну ладно, так пойдет. Это готовые котлеты. Продается Мясницкий ряд называется. Они во многих городах есть. Вот. Я у себя там. Там телефон свой оставляете, а из телефона приходит код подтверждения, и все. И они делают скидку. Там, я не знаю, сколько там, процентов 10, по-моему. Может, больше, не знаю. 10%, наверное. Вот, а я был в другом городе тоже. Смотрю, там тоже Мясницкий ряд есть. Я захожу, набрал, я говорю, а скидочку? Она говорит, номер телефона скажите. Я сказал, бац, она мне, там тоже сделал скидку. Нормально. Они дают карточку жесткую такую, Мясницкий ряд. О, или застыл уже. Остыл котлета. Ну ладно, холодно съем. Зато хорошо проварилась. А если бы жареная была бы, она бы половину уменьшилась, потому что сюда еще помимо мяса кладут много жира. Но чувствуется, есть мясо. А то бывает котлет купишь, а там соя и куриный фарш. И жир. Все, нет там чего. Ну, подписывайтесь на мой канал, с вами канал «Все для огорода». Сметанку я такой беру. Брест-Литовск я беру всегда. И еще беру еще какая-то Вкуснотеево, что ли. Остальные не беру. Сметану надо брать как минимум 10 или 15%. Потому что если они сметана гуще, они говорили, мы туда пальмовое масло фигачим, чтобы пожирнее сметана была. Раньше брал 30% сметаны, теперь больше 15% не покупаю. А то будешь вредить сметану, если она на самом деле тебе будешь вредить здоровью. О, нормально. За сколько минут я интересно поел? Сейчас посмотрю. Где-то 11 минут нормально. В принципе, хорошая котлета. Где-то брал тоже там куриные. Называется по-киевски. Но там внутри котлет пустота. Они специально для здоровья большую делают. Разрезаешь, а внутри пусто. А эти вроде небольшие котлетки. В упаковке килограмм этих котлет. Раньше меньше было. Я брал как в прошлом году. А там было полкило, наверное. Здесь я покупал вот уже давно, сколько уже, на полмесяца назад. Я эти съел, куриные, по-киевски там. Там было 8 штук. А здесь вот, вот эти остались. Ну, славно. Нормально, прикушал. Ладно, спасибо, друзья, за просмотр. Жмите на колокольчик. Мукбанг прошел хорошо. А что такое слово мукбанг? Я так смотрел в интернете. Хотел, может, это с английского. Ничего не, меня даже не перевернуло. Короче, мукбанг делаем. То есть еда на камеру. Вот, все.
Спасибо. Следующее, что там покажу, наверное, будет рис у меня. Никогда плов не делал. Никогда, может быть, плов сделать из котлет вместо мяса. А что? У меня морковки нету. Так плов надо морковку добавлять. А у меня нету. В общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока-пока. С вами канал «Всё для огорода». Спасибо за просмотр. Вот. И приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду. Снимал фотоаппаратом Sony WW830.